Башкирская содовая компания совместно с казахстанским партнером создаст новое инновационное производство. Вместе с павлодарским «Каустиком» предприятие собирается наладить выпуск оксихлорида циркония. Об этом телеканалу РБК «Уфа» рассказал генеральный директор БСК Эдуард Давыдов. Оксихлорид циркония – высококачественный химический продукт. Он никогда не производился на территории СНГ, а только импортировался. Технология его производства есть только у Японии и Китая, но теперь появится в России и Казахстане благодаря совместной работе двух предприятий. Сырье собираются добывать в Казахстане. В этой республике богатые залежи необходимого для нового производства минерала – цирконида. БСК, в свою очередь, предоставит свои инженерно-производственные разработки и специалистов. Детали проекта стороны обсудили во время визита председателя правления павлодарского «Каустика» в Стерлитамака и Ермека Токмагамбетова. С Башкирской содовой компанией у нас очень плотное сотрудничество по всем вопросам, как техническим, коммерческим, финансовым. Конечно же, я думаю, основное это вопрос, наверное, технический, технологии, так как это производство на самом деле уникальное для всей территории бывшего Советского Союза. Данное соглашение должно перерасти уже в полноценный производственный проект. Совместное производство на территории Республики Казахстан, ну, наверное, я не открою секрета, что, конечно же, мы планируем следующую часть передела строить у себя в Стерлитамаке, производить диоксид титана пигментного качества, который также в настоящее время импортируется из Европы и Америки всеми производителями молококрасочных изделий. Эдуард Давыдов также подчеркнул, что для БСК это будет новый виток развития к производству более технологичных продуктов. Предварительный план работы над совместным проектом будет представлен Совету директоров. Разместить производство планируется в специальной экономической зоне Павлодар. Потенциальные рынки нового продукта – страны Евразийского экономического союза.